Ой, тут кто-то лютый катается. Пизда мне, походу. Нет! Один пройдем? Да. Это тварь. Пизда мне. Артем обманул меня. Вкусняшка, говорит. Меня просто чудом не задевает. Вот сейчас заденет. На смерть. Ой, сука, догоняет. Ох. Осторожно. Ой. Главное вот под эту хуйню не попасть. Смотри, какой красивый. Ты вроде, где тебя выкупили? Нет, бомж. Нет, бомж. Он ебать утолкается, блять, он меня чуть не скинул. Давай, дядя Артём, добивай его, добивай. А, его, давай, один удар. На, твою. Блять, пришёл сразу. Всем привет, друзья, вы на канале Бладирос, меня зовут Владимир, и сегодня я с Артемом продолжаем играть в игру под названием Эндоуринг. Всем привет. В прошлой серии мы остановились на том, что где-то по пещерам ходили, убивали боссов, убили оленя, кого-то еще убили. Кого? Таракана. Таракашку. Короче, всех подряд учмырили. Еще вот не до конца вот здесь посмотрели, где... Озеро гнили было. Там можно еще куда-то, в другую сторону пробежаться. Так, вон снизу два предмета там валяются. А ты здесь уже не можешь чертить? Точнее, я тебя не смогу здесь призвать. Не знаю. Там... Попробуй начерти. Там, где вот эти стрекозы вонючие. А тут лошадь нельзя использовать, да? Нет. Тут печально. Очень печально. Сейчас, наверное, тут буду умирать постоянно. Там, да, там надо эти... Пилюли? Пилюльки. Где же мне их взять? Их надо там миллион. О, предмет. А, вот пилюльку одну нашел. Так, надо их поставить вот вместо вот этих. Еще спадает так долго. А еще посмотрю здесь по-быстрому, что здесь есть. Тут вот куда-то проход. А мини-босс будет. Сундук нашел. А так там ничего такого вроде нет. Мини-босс, типа моба? Справочник-кочевник. Ну-ка. Вот просто босс там, тот, которого мы убивали. Когда алебарду убивали. Ой, я сдох. Проворонил то, что у меня гниль хп отнимает. Бежим обратно душу забирать. А можно вот сюда еще куда-то пройти? Озеро гниль. Долго спадает. Еще так прикольно сделали, когда наступил гниль. У тебя одежда пачкается. Ах. Там какой-то пьедестал. Там пока у меня отравление, я могу телепортироваться? Могу. Какой-то подъем сделал. А мне надо все тут активировать, да? Все эти штуки. Мне надо броню, которая иммунитет прибавляет больше всего. Вот 33 иммунитет. Вот 44. Поножи, плебеи, ополченцы. Тут какие-то ящерицы. А, это не ящерицы, это эти лягушки. Кузнечный камень выпал. Предмет вижу. Да куда ты падаешь? У меня хп не бесконечное, я сейчас сдохну. Придется пилюльку потратить. Чтобы не умереть. А ладно. Пока добежишь, уже все хп ушло. Еще что-то вижу. Кузнечный камень мрак.
Так, кузнечный камень мрака 7. Так, фиг с ними, с этими лягушками. Там чувак какой-то ходит. Я думал, так быстрее будет. Да не особо что-то. Быстрее как-то. Ага, вот еще вижу. Нажимная плита. А это дополнительно, просто перебегать с места на место. А чё толку, если я один раз... А тут этот? Дракон, что ли? Ну, не дракон, а пиздец. Солдаты. Это место, чтобы с ним драться чисто. А тут сверху я для чего так делал? Я сейчас опять сдох. Аха. А фиг знает, как с этим дурачком драться. У меня пилюль нет. Я использовал пилюлю и дрался на этих. У меня пилюль-то нет. И крафт я их не могу. У меня такого рецепта нет. Сажусь на лошадь. Бежишь сюда, и здесь будет лежать. Я вот... Где-то тут. С костра сейчас предмет вижу какой-то. Вот он, рядом с этим. Золотая руна. Налево от костра. Там двое сидеть будут. Вот, вот костер. Налево, вот сюда. А, тут два из ларца, да? Справочник, оружейник. Все, теперь можешь красить. Вот, пилюли появились. Кристальный пещерный мох изучает бледный свет темных пещер. Где мне такой найти? В пещерах. Каких? Обычная пещера на поверхности. На поверхности. Я думал, ты его лутал зеленый. Оказывается, нет. А, я вначале телепортировался. А тут мечевидный ключ можно использовать, кстати. Я думаю, это пещера, а это я телепортируюсь в самое начало. Там и босс есть. В самом начале? Да. А мох тут есть? Ой, тут отравление. Но оно хотя бы не так быстро поднимается. Ой, тут... Тут лютый катается. Ой, сюда едет. На лошади какой-то чувак, ебать, на колеснице. Его нельзя убить. Могилу героя окраин. Жалко, я бы ему втащил. Пересел, он тебя стащит. Тут большая локация, да? Пизда мне, походу. Нет! Успел. Я думаю, это тень. Тварь какая-то с арбалета меня стреляет, блядь. Это что, я в самом начале почти мог сюда прийти? Да? Куда? Ой-ой-ой. Вот сюда, к этому чуваку. Мечевидный ключ использовал бы, первый, который попался, и все. Да. Вот сюда тварь не ездила, сейчас начала сюда ездить еще. Пизда мне, нет. Вот теперь точно пизда. Нет! Ой, как пронесло, успел. Это паскуда вообще. Своей колесницей, блядь. Что-то тут предмет лежит. Вот теперь точно пизда. Ой, живой. Давай, блядь. Нет! Живой? Да, выжил. Он мне вжарил, но я выжил. Уебище каменное. Блять, тут кругом, что ли, эта хуйня будет кататься?
Да, она тут везде катается, блядь. Так, это что за место? Я тут уже заблудился. Могильный ладыш. Пизда мне. Нет! А, задела, сука, все равно. Эта тварь прям подлавливает меня. Еще бежать далеко. Вперед, друг мой. Вперед. До босса дошел, походу. Сложный босс? Нет. Один пройдем? Да. Ты в самом начале, что ли? Да. Ну все. Раз Эрстин сказал, пройду. Кто это? А, изъявленный древний дух. Это тварь. Пизда мне. Артём обманул меня. Он меня сразу наебаш. Я-то один проходил, держу. Я еще даже сделать ничего не успел. Он мне уебал, потом поймал меня и зажарил. Вот это паскуда. Главное, каталась до одного места. Я ниже спустился и начала дальше кататься. Сейчас за мной повторяй. Бэт, страшно. Иди за мной. Просто за мной беги. Я даже сам знаю все тайминги. Стой здесь. Сейчас. А, вот сюда надо спрыгнуть, да? Когда он наверх поедет. Давай. Вот, а этот пидорас потом сюда поехал. Бежим, 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 бежим. По центру беги. Вот я дальше тут проходил, я к боссу зашел. Беги, 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 беги. А еще там наверх можно было куда-то. А я вниз пошел, там босс был. Пошли наверх. Бомжи. Че тут это? Коляска не поедет? Он едет, а? Да? Шереги его. Повсюду тут ездишь, что? Я забегаю вовнутрь. Тут кто-то сидит. Тут чувак какой-то, рыцарь. А, с таким мы дрались. Все, он что-то выпало. Так, с маской из драконьей раны и печать драконьего причастия. Ну, тут паскуда. Жарим по жопе. А тебе можно умереть, даже просто подойти назад. Жопу дотронешься и умрешь. Паскуда такая. Пизда нам, я чувствую. Все нормально. Ой, сука, догоняет. Ах. Ты что-то не успел. Не беги, а лучше. Не. Блять, догоняет. Нормально. Успел. Говорю, нормально все. А в тот раз я не успел здесь. Ну все. Пиздате, тварь. Махнарывы. Ой, взрывается. Все, готов. Вот и все. Вот и все. Золотое семечко дали.
Олег рыцарь изгнанник. Я говорю, вообще мне урон не нанесло. Мне тоже. И все, отсюда телепорт. А можно сейчас еще там босса убить, да? Да. Пошли, там тоже убьем. Вау, плакал, не мог его убить. Не был такой. У меня 80 тысяч душ, можно потратить их. А там босс легкий. Я мудрость себе вкачаю один раз, и все, больше мне не хватает. Можешь на месте стоять, я его сейчас с двух тык убью. Ну давай. Так, если я надену этот шлем, у меня мудрость 44, да? Мне все равно не хватает на посох. До посоха мне еще и расти, и расти. А потому что я снял печать мудрость, вот. Сейчас у меня сколько? 49. Я пока не вижу здесь. Или надо туда зайти? Ты где начертил? Давай ниже. Ага, здесь знак исчезает. Иди туда, где старикашка сидит. Вот я здесь. Около него. Это вниз надо спрыгивать, да? А тут сверху предметы какие-то, стой. Их как забрать? Наверное, не получится. Почему? А тут же обучающийся. А, типа на одного? Попробуй дойти до босса. А, тут костер есть. Я знаю, иди до босса, ты беги. Тут просто показывают нам. Все показывают, что как делать. Бомжарить, убить. Так невероятно полный человек. Да, не, изичный. Плюнь на него, он умрет сам. Сейчас плюну на него, чтобы он умер сразу. Я умру, я, да? Сейчас как плюну. А, вот туман. Солдат Годрик. Обычный рыцарь. Да. Враг повержен. Я хватило двух заклинаний, хватило 400 душ. А я его с одной тыкой убил себе. Дали силу какой-то знак. А он с той стороны как подобрать? А там видишь этот предмет фиолетовый вначале, как его подобрать? А где-то с улицы как-то. С улицы? Да. Сейчас посмотрим с улицы, значит. Браво, что-то такое. Нашел знак. Так, с улицы, сейчас посмотрим. Нычка тут должна быть. Там пещера какая-то или что? Я не помню. Брал а вон там на лошади можно куда-то вон. Куда-то вниз спустился, зачем, непонятно. Как туда, в пещеру, я так и не понял. Там вон какой-то островочек еще. А там через пещеру надо остров попасть. Как с улицы зайти, я не понял. Вот тут какое-то строение. Не просто так же. Только просто. О, предметик. Маринованная птичья лапка. Тут просто вода идет, да? Там нечего брать. Ладно, давайте в пещеру телепортируемся. Поищем мох. Пещера была где-то вот здесь в начале. Вот, лесная пещера. Но я был в пещере, я до этого не находил никакого мха. Кристального причем. Вот обычный пещерный мох есть. Надо в другой, наверное. Короче, я не знаю, где взять. Значит, потом. Когда найду мох, сделаю пилюли. Или дядя Артём может мне скинуть на другом костре? Нет. Почему? Ну еще вот сюда надо куда-то в портал. Портал? Да. Это вот отсюда, наверное, надо. Или отсюда. Бежать. Или вот отсюда. Так, гробы. Можно что-то подобрать. Золотые руны можно подобрать.
первая золотая руна. Одна пятая выпала, вторая и еще какая-то. Чисто пошарюсь по гробам, насобираю. Так, а где портал-то? Нарисован где-то вот тут. Вот. Да поставьте четко вот сюда. Ага, вот. Вот тут, значит. Так, великана вижу. А, вот портал, заныкали его. В кустиках. Драконий курган Грейл. Так. Тут какой-то страж здоровый стоит. Могу ворота открыть, зайти. А я здесь не был, наверное, тоже, да? Звериные прибежища. Костер. Прибежище. Какой-то чувак тут сидит. Страшный. Отдать корень смерти можно. Одну штуку. Смерть, я чую ее. Скорми ее мне. Вкусняшка, говорит. Погашенная душа, принеси еще смерти. Я дарую тебе свои глаза и когти. Принеси мне еще. Печать со знаком когти дал мне. Глаз зверя. Хочешь скажу, кто это на самом деле? Ну-ка, давай. Это босс. Да? Следующий? А потом будет с драконьим поместьем. Так, он мне дал глаз зверя. По слухам, дрожит, оказавшись около корня смерти. Так, и что-то он мне еще дал. Амулет, что ли, какой-то? Или нет? Так, могу еще один корень смерти дать ему. А вы? Еще, я не насытился. Дай мне еще смерти. Смотри, сбись. Да? Звериная пращ. Новая. Напал на тебя? Че он напал? Он этот корень ест, обезумит. Потом нападет. Понятно. А тут у входа это... Ты его побежь, он скажет, стой-то. Я одумался, да? Тут чувак стоит здоровый, он опасный? Или он не нападает, это его охрана? Нападает, конечно. А че он спит пока? Ты ударил его. А че мне его ударять, он же меня не бьет. А ты подойди ко мне ближе. Хочешь на черчу? Побить его? Там дальше босс дракон есть. И все нычка есть. Нычка? Нычка я люблю. Можно сначала вот нычки. А вот эту тварь побьем пока с секирой. Потом меня не сможешь призвать. А че, это босс, что? Да. Который на входе стоит. Это моб. Мини-босс. Вот. Я не вижу. В смысле? Пошли на ищику тогда. Может, что-нибудь придет моего от Мадоха. А то к нам приходили. Мы обижали нас, когда мы слабые были. Сейчас что-то приходит и выходит сразу. Нифига себе. Ага. О! Он нас, наверное, не найдет. Не знаю. А что это за здание такое? Руина. И что, куда нам? А, самый низ. А еще до низа можешь спуститься?
Ну, мы потом обратно не поднимемся, да? Нет. Мы уже не поднимемся. Я уж что-то подозревал такое. Погнали спускаться. А тут без разницы, что ли, где? То предметов никаких нет дальше. Есть. А что тогда, погнали спускаться? Ну, предметик внизу, начально. Здесь нету, там внизу. Подтолкнуть тебя? Чуть тебя не подтолкнул. Спасибо, не надо. Прыгай. Чё такое? А, ты тварь. Вниз улетел. А, сдоху. Ни хрена себе. Так, ладно, я тоже так умею. Все, сдался. А ты куда делся? А, вниз. Так, чё, куда? Там вниз. По этим, что ли, спрыгивает? Вон что-то вижу уже. Ой. Осторож. Ой. Я думал, я не умру. А почему ты не умер? Потому что у меня кольцо кошки. Ой, этот разозлился. Кто разозлился? Дяденька. Где я сейчас побью? Где? Вот он. До свидания. Нихуя себе ломает тут. Вроде с черного клинка. Да не дерись, не побежали вниз. Спускаться. Души мои где-то вон там. Вот здесь где-то, по-моему, как раз таки. Ну чё ты там? Живой ещё? Нет. Опять сдох. Я не понял, как сюда надо было спуститься? Я сказал же, на потоке спускайся. А какая разница, когда с большой высоты падаешь, он разбивается насмерть? Ай, дайте научу. Я не понял там, куда надо прыгать. Смотри, я делал так же, кольцо убрал, кошки. Сейчас покажу один раз. А, можно вот так сначала, если хочешь жизнь не терять. Чё ты кольцо снял? А зачем мне надо? Чё, пьюки не тратится? Ко мне прыгай. Сейчас. А ты уже это вон где-то. Вот, вот здесь я опять взял. Вот так? Да, вот так, два раз. Потоком прыгай вон на нижнюю колонну. На одну там я спрыгнул. Там зацеп есть. Получилось. Вот, эй. Там еще ниже надо вроде. Куда еще ниже-то? Там будет меч, а дальше амулет. Я тут уже предмет, по-моему, видел. Вот, вижу предмет. Меч должен быть. Чинкуэда. Меч. Вот, этот предмет. Я вот здесь где-то в первый раз пизданулся. Да, талисман, щит с гербом дракона. Так, он повышает сопротивление физическому урону. Вот это, кстати, неплохо. И меч. Меч посмотрим. А, это кинжалик маленький. А выглядел как здоровый. Ну да, ленький.
И все, тут вроде больше. Да, там ниже уже... Нет, можно еще куда-то? Ну там я уже разобьюсь точно. Я наблюдаю. Не получилось красиво. Даже не достал. Даже не достал. Давай, бей его. Слушаюсь. На, тварь. На, тварь. На. Паскуда. Я пошутил. Не надо меня бить. Просто стой за забором. Ой, рядышком. Пролетело. Я ему атаку сбил. Не стреляй. На, по зубам. Чтоб не кусался нихуя. Чуть не протаранил. Ай. Меня просто чудом не задевает. Вот сейчас заденет. На смерть. Я прям как знал. Слушай, как жарит меня. Он сюда не может зайти? Габарит, я видел. Ну это изи, значит, да, если. Ой, нихуя себе изи. Въебал мне. Я не узнал, что он так умеет. Пусти его. Смотри, он рычит еще, оказывается. Давай. Стреляй. На, тварь. Да ты паскуда. Еще от моей стрелы убежать хотел. О, меня обижают. Сильно так. Вот обижать не обижать. Я тоже. Он какой жесткий, у меня с одного удара убивает. Это бесполезно, потому что я вас первый раз убил. А здесь что? А здесь что? Ты умираешь. Я сделаю. Ты должен убивать его раньше, чем я умираю. Он тебя одну тычку делает, он тебе, а ты ему миллион. О, отвлекай. На, тварь. На, тварь. Нет. Ой, повезло. Паскуду. Отпрыгивает, когда я стрелять начинаю. Отвлекаю как могу. Ой, разозлился. Злой дяденька. Ой. На тебе. Давай, вон. Опять разозлился. О, беги. Я прячусь за столбы. Че ты ко мне в домик забегаешь? Страшно. Давай, дядя, я всем добивай его. Добивай! Ай, Вова, давай, один удар. На, твой. Давай, давай, души дали. 66 дали. Черный двуручник горгулий дали. Черный алебард горгулий. А он святой урон наносит. У меня был простой двуручник горгулий, а это... Святым уроном еще бьет. Это дракон, он убивает его сразу. Ты не убежишь. Да? Туда. Печально. Еще черная алебарда. По-моему, выпало, да. Черная алебарда тоже святым уроном бьет. Надо веру 22 ловкость. Бьем, я правильно. Будем идти вот так, папс. Че не подобрал? Темочку. Нет. Я же здесь не был.
вроде бы. Подобрать. Костер вижу. А вон дерево, кстати. К дереву еще сходить надо. Там же тоже босс. Ага. Вот он, драконец. Драконий тварь? Ты тварь, а я дракон. Выпьем за тебя, дракон. Долетит? Давай колдуй, когда я подбегу. Ой, стой. Вторжение сзади, Артём. А я уже согнул его. Удачи. Это что, Бупель что-то делает? Он что-то лагает. Видишь, как он ходит? Как его ранил? Не знаю. 10 раз по нему попал. У него что-то с интернета походу. Или у меня, или у него. У него. Он у тебя так же ходит, да? Ай, ударил. Меня тоже. Все, добил. Ай. Дракон хуячит, Артём. Да тут не долетит? Я не понимаю. Я прячусь. Че ты прячешься, моего убили? Дракон и дебей. Дракон прячется. Ты сдохарик тебе. Ты попался. Не успел? Ой, не то колдую. А чё? Не долетел. И? Вот это опасно. Выглядит опасно. И? На мою заграду упал. О. И телепортировался. Я просто так что стреляю. Вперёд. Ну все, ближний бой пошел. Ближний бой. Пизда, да? Ты себя ебашь? Да как? Так. Надо хп качать. Да я один удар не держу даже. Удар, мудрость там. Ты еще. Нет, у меня мудрость. На 44 всего. Смазка. Блекать. О, щит! Я сейчас вызову. Давай, давай. Честно, я даже подбежать не смогу. Нарядился, друг мой. Да. Вот, от огня больше всего дает. Все, от огня больше мне ничего не дает. Так, шляпа наставника. Ага. Смотри, какой красивый. Ты вроде, где тебя выкупляешь? Маску все портит. На всякий случай дополнил хп-шечку сделаю. Вот это выпьем. И все, можно пилюлю ему колдовать сразу. На, тварь. Ай, не достал. Там намазал чем-то. Титым урона. Ему атаку можешь забить? А, по яйца. Не знаю. Атаку, по-моему, сбил. Вжарь ему, вжарь ему. Быстрее. Похари, похари, в глаз ему, в глаз. В глаз, я нашел. Вот так. Чтоб не расслаблялся. Ой-ой. Ой-ой-ой. Тише, тише, хумаш с хвостом своим. Он тебя даже на внимание не обращает. Да-да. Потому что ты зерцем вытекает. Да какой бомба тебя бьет, а не я. Ой, вот это опасно выглядит. Повезло. Бомба сейчас умер. Вот сейчас умру, походу.
Умер. Да, щит не спас меня. Могучий враг повержен, 60 тысяч дали. Драконье сердце. Все, победа. Можно обратно переодеться. В свою броню. Так, это так оставим. Это вот сюда. Сядем в костер. Все, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. И всем до встречи в следующих видео. Всем пока. Пока. Сейчас я рулю прокачаю. Давай. Можешь себе тоже другое прокачать. У меня так много. Сейчас торгаться будет. Так, вон там какое-то здание, я вот там еще не был. Я вот в красной локации тоже не везде пробежал. Грозовой цветок. А чё тут молния бьет? Тут куча горшков лежит. У меня не упадет малое древо Эрт. А вот тут это. Гнилостное воплощение. Вот с такой тварью я дрался. И она была просто как моб. Еще она меня с одного удара убивала. И сейчас может, в принципе, я думаю, с одного удара убить. Главное близко не подходить к ней. Чисто маны ее сейчас забьем. Главное вот под эту хуйню не попасть. Только я это сказал, и она мне вжарила. Сейчас не черчу. Давай. То без меня никак. И не говори. О, по вторжению сразу. Мне душ надо забрать. Я не волнуюсь, мы побьем. Я не волнуюсь. Просто душу заберу на всякий случай. Дерево загрелось, но не похуй, я убегаю. Ой! Нихуя себе. Я не знал, что оно так умеет. Где Мила? Вон он. Давай. Оп, поймал. Я с тобой так справился. Колдую, колдую, я все, колдую. Оп, пляжечку. Убил? Нашмрил его. Да. И вот так. Вниз. Он даже отхилиться не смог. Он хотел хилиться, а ты ему спамить начал. Он отхилился, а я заспамил вот так. Вот так и надо. А вот тут, кстати, башня. Я в этой башне тоже не был. Спамишь ей? На тебя. Нет. Вот это яда я бы не видел. Ты сможешь, она осталась чуть-чуть. Ага. Сейчас один раз мне вжарит, и я спать пойду. Нет, нет. Опасно. Нет. Ой, повезло. Осталось прям вообще очень тупо мало у нее. Все, убил. Это на свое место. Гниль. Решок. 91 тысячу дали с него, нифига себе. Твердая опалая слеза. Опаловая. Скальная треснувшая слеза. Такого мнения было еще. Хорошо, что ты меня не опозорил. Ну так я же профессионал. Вот в этой башне я тоже не был. Я так понял, у каждой локации своя башня. Ну, в ней что-то хоронится. Их всего вроде 5. Так, скоробей, жук. Умри. Ой, взрывается. Фига себе. Кузнечный камень дали, брака. Да, по ветке, походу, надо спускаться. Или подниматься. Или и то, да? И то, походу. Так, что-то тут вообще запутано. Куда идти, непонятно. Тут бомжарики. Нихуя, нормально такие бомжарики. 4 удара надо им. Поднимайся куда-то наверх, по лесенкам.
выше и выше. Так, тут что-то написано. Впереди предмет отсутствует. Можно вон туда пойти куда-то. Тут на лошади скачет. Ну, на лошади. Да. Сейчас улечу, наверное, ебать. Нет, живу. Пока живу. Бомжарик. Не смей меня скидывать даже. Да, тварь мощная, 4 удара надо. Так, еще выше. Главное не упасть. И чё, куда мне? Вот сюда? Ой. Сдох. Вот сейчас чуть плаки-плаки не стал. Я чуть не улетел в место, где бы я точно умер с высоты. Меня спасла лошадь, потому что у нее двойной прыжок есть. Ой, чуть не упал. Нет, бомж. Нет, бомж. Он ебать утолкается, блядь. Он меня чуть не скинул. Тварь, он, короче, заспамил меня. Толкает меня и толкает. Без остановки. Просто толчок делает. Потом еще раз делает. Еще, еще. Там и так места мало. Чуть не улетел. Так, подобрал. Что дальше? Так, и тут надо прыжок делать, да? А, тут бомж еще стоит. Не бомж, а рыцарь ебаный. Нихуя себе, который бьет еще на пол хп мне. И убивает меня, кстати говоря. Блять, я с таким трудом до тут дошел. Чувствую, сдохну скоро. Не смогу подобрать. Потихоньку. Вот тут вот надо аккуратно скатиться. Ой, я сдох. Почему? Я делал все точно так же. Проебался 111 видишь. Только нафармил. Точно так же делал. Просто точно так же, как до этого. Почему? Почему? А тут отсюда можно было, наверное, на лошади запрыгнуть, да? Вот сюда. Наверное, так и надо. Так и надо, наверное, да. Да, на лошади можно. А я такой крюк делал. Ну ладно, чё уж, души проебаны уже. Вот он, этот ебаный рыцарь. Опять он меня убил. Он своим копьем и бомбом, блядь. Куряет меня по 3 раза сразу. Тварь, я все равно залез на эту башню. Душ, конечно, я не вернул уже. Но все отведите на это. Ну, паскуда. Я все устрою. Вот и все. Сразу так надо было делать. Мечевидный ключ. Спасибо. Ради этого я проебал свои 190 тысяч душ, когда полез сюда. А как же все? Эх. Еще можно было в 2 раза путь сократить. Если бы я так сразу сюда прыгал, тогда бы я бы там не упал и не умер бы 2-й раз. Ага, предмет. Руна Нумена. Офигенная душа. Очень много душ. А вот и костер. Спасибо. Священная башня звездных пустошей. Эх. 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 Эх, да. Что мне мои 190 тысяч душ вернет? Боссы. Вот именно, что они не вернутся, а просто новые заработаются. Они вернутся же. Это не они, это уже другие. Это уже дорогие. Поднимайся наверх. Надеюсь, он там будет что-то прикольное. И не просто так поднимался. И терял свои души. Башни все выглядят одинаково. Только подъем к ним разный. Там перевернутый был. Так, тут 2 пальца.
Так, тут великую руну активировать можно. Великая руна Радана. А, я получил ее и не активировал. Ради руны. Поднимался. Еще отсюда можно посмотреть на все остальное. Сверху вниз, так сказать. Где я тут еще не бегал? Вот это что такое за место? Непонятное. Так, здесь я все пробежал, не знаю. Где-то здесь я пещеру еще видел. Так, костер активируем для начала. А вот чё бы торговца-затворник? Так, не было покупателя, говорит, давно. Чего у тебя можно купить? У него можно купить окровавленный скрюченный палец, ритуальный горшок, потом потерянный пепел войны, змеевидная стрела, самурайскую броню могу купить, как у тебя. Давным-давно поставил метку, так и не посмотрел. Так, можно по веточке спрыгнуть. Так и надо? Или надо по-другому? А, вот нормальный спуск есть. А я по веточке. Ага, вон эта тварь. Тут еще лучник стоит. А, он не здесь, он в другую сторону стоит. Ну-ка. Нечестно. Тихо-тихо-тихо. Да хорош. Убил меня под конец самый. Вы что, угораете? Вы смеетесь надо мной? Все так идеально было. Вот отсюда можно пару раз выстрелить, а потом за стеночку убежать. Сейчас под конец, как обычно, проиграю. На, паскуда. Получила. Наконец-то враг повержен. 9600 дали. А, разорвавшаяся зеленая слеза. Пламенная треснувшая слеза. Наконец-то победа. Это победа. Ой, тут пещера, походу. А здесь не был. Костер. Катакомбы малого древа Эрт. Да, я здесь не был. Можно здесь побегать еще. Аккуратненько. Ой! Ты что меня пугаешь, тварь, блядь? Каменная. Тут предмет. Еще жижи, которые гниль прибавляет. Бабочка и он. А еще твари, которые бомбочками кидаются. Ах ты в тварь. Чё ты тут зашкерился? С палочкой своей. Кривой. Ах, вы паскуды такие. Нехорошие-то. А, это один? Я думал, у вас двое там. Ещё сверху сидят. Так, рычаг. Где-то открылась тяжелая дверь. Вообще не понимаю, куда мне идти. А может под лифтом проход? Ой, красный гниль у меня. Сфигали. Да, вот проход. Спрятали твари. 10 раз везде пробежал. А я сейчас сдохну. Не надо на костер. Погнали, чё. Убьем его. Кошки. Сервер, кладбище, древо Эр. Скриптом. Так, я с такими дрался уже. Ай, больно. Так, убегаем. Пьем отхил. Пьем пляшку. И кастунь заклинаний. Тихонько, тихонько. Так, надо ждать момент, пока не успокоится.
Одного надо убить с мечом, который... Как тварь увернулась? Так, минус один. Живем, живем, живем. Ману. Так, ну когда он один, это проще. Когда он один, это в разы проще. Главное не тупить. И не умирать. У него атаки однотипные. И в рукопашку добить. Победа. Прах тыквоголового безумца дали. И все, и чуть-чуть душ. Ради этого я приходил. Все, в эту локацию мы по сути все. Тут еще вроде пещера где-то должна быть. Но это в следующей серии продолжим. Вот такая получилась серия, ребят. На этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. И всем до встречи в следующих видео. Всем пока.